Здравствуйте. Немолодая уже женщина звонит мне перед марафоном и спрашивает о его составе. Я перечисляю, она спрашивает, кто будет из мужчин, я перечисляю участников. Она говорит, я в марафон не пойду, потому что вот этот молодой человек со мной так себя ведет, я этого не выношу. А я понимаю, что, может быть, и в силу возраста молодой человек ее просто не замечает, она не активна в группе, ну и чуть не на два поколения старше его, что это ее проблема, что-то у нее с этим связано. И говорю, что ей лучше прийти в марафон, она мне доверяет, и после некоторого разговора говорит, подумаю, потом звонит и говорит, что она будет участвовать в марафоне и переходит в группу перед марафоном, четверговую, когда марафон готовится. Я не буду рассказывать подробностей, но когда этот молодой человек вошел в кабинет, ее чуть не дрожь бьет, а он занимается своими делами. Молодой человек интересный, симпатичный, популярный в группе и вызывающий уважение своей искренностью, добросовестностью, открытостью. В конце концов обнаруживается, что он ей просто, этой немолодой же женщине, напомнил кого-то из ее юности. Она в этом не отдала себя отчета, а то воспоминание для нее недожито, недопережито, и она приписала молодому человеку, вот действию молодого человека, те чувства, которые испытывала по отношению к тому, кого вот еще не забыла и в то же время не вспомнила. После того, как она это вспомнила, оказалось, что молодой человек ей просто симпатичен, несмотря на то, что он ее в группе, ну, может быть, в силу разницы в возрасте, не замечает. Мы очень часто приписываем другому, переживаем какие-то чувства относительно другого, не понимая их, а потом приписываем причину этих чувств этому человеку и начинаем с ним вести себя агрессивно или, как эта женщина, боясь его, хотя другой человек к этому вообще не имеет никакого отношения. Всего вам доброго.